Импровизированное место для пикника. Кто оставил мусор и сколько раз, уже никто не узнает. Рассуждать на эту тему непродуктивно, поэтому выход один. Сотрудники Сбербанка очень часто общаются с гостями города. Иногда они делятся впечатлениями, мол, все хорошо, но есть нюанс. Несколько раз в году до 30 работников кредитного учреждения выходят на самые разные точки побережья. Хочется как-то облагородить наш прекрасный город, пляж, курорт. Хочется, чтобы люди, которые к нам приезжают, получали удовольствие не только у нас в организации, но еще и любовались красотами, а не загрязненностью нашей территории. Активная работа по уборке пляжа идет с весны. В день общекраевого субботника вдоль всей береговой линии прошлись работники городской администрации и муниципальных предприятий. Свой вклад вносят волонтеры, студенты и школьники. В профильном управлении мэрии говорят, что чистоту на пляже поддерживают в буквальном смысле всем миром, в том числе и во время пиковых выбросов водорослей – комки. В прошлом году участвовало все, кто мог. Все санатории давали людей, это участвовали. Все предприниматели, которые на прибрежной полосе, то есть это и владельцы ресторанов, кафе, магазинов, то есть все миром как бы регулировали ситуацию. В этот раз сотрудники Сбербанка собрали около 30 мешков. Коммунальщики вывезли их на свалку. Есть мусор, нанесенный штормом, а есть бытовой. Экономисты, как никто другой, понимают, что от состояния пляжей в той или иной степени зависит доход большинства жителей города-курорта.